Я не знаю, что-то надо взять. О, Леона, давайте белгородские пальцы посчитаем напоследок, а то весь день не мог его сегодня взять. У меня комп светится, а винты нет. Ну, блин, красава, что комп светится. Просто я живу. Мне к этому без разницы, светится, не светится, я на это не обращаю внимания. Demon Witch. Ну что, на себя я ставку не буду принимать, сколько я сделаю пальцев, поэтому ставка будет на легионку. Сделает ли он 170 урона с дуэлей? Давайте повысим планку. Будет ли у легиона 180 урона? Нет, 185. Нет, 182 урона с дуэлей. Легион у нас лесной или... Нет, это хардовый легион, потому что в лес зачем две ветки тогда брать, не понимаю. МК у нас с Orb of Venom, тут кабаны. Короче, не, по пальцам здесь, конечно, не так легко будет, потому что Урса, ну, хотя Урсу есть только до ульта, и бежит. Кентавра нет, Бестмастер, Силовик, тоже тяжело. То есть тут пальцы набивать на ВРке, на Урсе до ульта, ну, Герокоптер тоже герой не тонкий, но, возможно, Гира еще. To hell and back. Oh, hell yes. Why not? Блять, ах ты вафельница. Пёзнул меня разок, увидели? На тебе подкопчик в ебасосину и иди, общайся. Я сейчас сосальник качаю, Вася, и начну высасывать у тебя просто все. Переигран, развел его на пауэршпрот, и сейчас... Оп. А почему не мисс? Ой, как хорошо подкопал его. Еще два крепыша хуярят, он там уже в панике. Фейрик нажал, убежал куда-то, жесть. Он на меня начал атачить. Я его подкопал в момент, когда его, на него крипы сагрились. Как раз таки. Он винран не прожал. Там он от крипов еще урона на 100 получил. Бля, у меня еще ЦМ-ка в команде. У меня мана вообще бесконечная, типа. Я, кстати, заметил, что против меня ВРки, когда стоят, когда я на Леоне играю, они такие терпильные, это пиздец. То есть он просто очень боится. И чё? Давай, скажи мне. Что? С кем он со мной общался? Я прослушал. Сахар, блядь. Что Супер, происходит? что, блядь? Какой нахуй, блядь, долбоёб, сука, у нас играет? С кем он пиздит? Я А что пошла. случилось? Ты с кем разговариваешь, брат? Я разговариваю с ебаной легионкой, Почему блядь, ты которая... даешь просто мука, а не Сахаров, пермач? блядь, не пишет. Дай уже эпермач и хуй за Дай день, а дуэль, не Урсе, погнали. пошел, Я не могу блядь. с вами представить, мне Жду скучно. Я пермача, уже там терпила играет анскильный, нахуй. Жизнь, тебе дай бан нахуй за Там просто максимальный анскиль на ВР. Я в ахуе вообще, как можно быть таким хуёвым. Он просто стоит на своем хайграунде, откидывает повершот и купил капель и терпит. То есть это просто шок какой-то, А блядь. ты Мне реально сочтёшь, блядь, скучно нахуй с тройка ним. ебаная, блядь, которая нихуя не может, блядь. Просто нахуй иди, блядь, чувак. То есть ты на Твиче, Да потому что ты получается, ничего не только для можешь. того, чтобы Ты сидеть на просто моих вообще стримах, ничем не писать в блядь. чате хуету и донатить мне Ты хуйню просто всякую? ноешь, блядь, То то, есть в что этом тебе, твоя блядь, цель, делили, блядь, блядь, жизни или что? на трипло, блядь. И А ты тут, блядь. можешь закрыть ебало свое, например? Ну, ты можешь меня в мут кинуть. Я просто с этим долбоевым общаюсь. Справедливо. Просто кинь мут и все, чувак. Либо закройте рот, блядь, это ебаный, блядь, легионки. Так легионка ничего не... Так она ничего не говорит вроде, не? Ну, блядь, она пишет мне. Она мне просто пишет, блядь. Меня это бесит, нахуй. Просто конченая легионка. Дохуя амбиций, нихуя, блядь, нету ничего просто. Фу, хватило, я думал, не хватит, это за капель. При чем тут выплаты? Историю гонять туда-сюда. Но ты не можешь отрицать, что один ха запрещен в РФ, а ты рекламишь его. Если они кинут на деньги, то у тебя нет защиты от государства, это твоя ответственность, точка. А если есть сертификация букмекера, то будет защита. Спасибо за донат. Поверь мне, если тебя кинет букмекер, как ты выразился. Опять же, тебя не кинет букмекер, но если тебя кинет букмекер, тебя защиты не будет ни от кого, братан. Просто поверь мне. А то, что в РФ, типа, запрещено, не запрещено, ну, оно по КД меняется каждые месяцы, понимаешь? Но я, например, еще у меня есть аккаунт на William Hill. Это зарубежная букмекерка, и она запрещена в РФ, но я там ставлю, у меня там есть счет, ну, там в долларах. Типа, и нормально. То есть, типа, ну... Не ставь тогда, то есть тут же, понимаешь, опять же, если говорить к тому, что ты сказал, тут же никто тебя не заставляет, ты можешь вообще не делать ставки, ты можешь ставить где тебе угодно. Я ж не стою с плакатом и не говорю, заходи на 1xbet, регайся, ставь там и играй только там. Мне вообще типа все равно. Вот. То есть не хочешь, не ставь, хочешь, иди на другую. Те, которым ты доверяешь, это же дело каждого, понимаешь?
это дело каждого, блядь. А тут пацаны хотят, чтобы их защитило государство на букмекерке. Вы что, вообще ебанулись, пацаны? Вы еще скажите, что в казино, блядь, поедете в Сочи, и там, если вам казино не выплатит, вы пойдете в полицию, блядь, вас государство задефает. Сука, ору. Единственное, о чем вас государство задефает, ребят, это если вы выиграете, оно вас спасет от выигрыша. Привет, это мой кореш. А, меня ебут. А, захуярили. Спасибо, бля, я, короче, не играю, я хуйней страдаю, я бегаю, у меня 2000 золота, я что-то фармлю, блядь. Ой, ужас, какой-то. Гоу, кемпкей. Гоу-гоу-гоу. Хелп, хелп, хелп. Помоги мне, блядь, ёбаный сыр. Просто не могу у него палец давать, пока у него много здоровья. У него это кентавр, у него еще защита от магии. Все, я начал играть, ребят, я тут. Блядь, 22 минута, там шмотки, ебать, тут шаль лежит. Я вообще в ахуе, я не в этой игре. Понимаете, я тупо не в этой игре. Блять, ты дал дуэль кентавру, ты хуй, блять, мамлинс. Бля, я думал, он дуэль даст тут всем, но он у Саса Его, в принципе, ладно. Я не успею ракету сбить, хотя... Может, я успел, да. Бля, это один из худших гачи, который я слышал в жизни. Take it, boy! Take it, boy! Ха, еще дуэль, две дуэли за последнюю минуту уебали, прикинь. 100 уже. Oh, yes, sir! Он линку не делает, молодец. Не, ВР-ка это вкусная. Шаль, плюта, ты шо, у меня по артам вообще все заебись. Take it, boy. Там смоук нажали, да? Я не знаю, мне такое ощущение, что мне драться нет. Просто, кто у нас вперед пойдет? Ну, Феникс, по идее, яйцо должен поставить, но я пока не видел. Го, подеремся в пятером с ними. Кента худ, плюс еще худ, понимаете? Там защита от магии, нахуй. Что за хуйня вообще? Нормально. Го-го-го. Вверху. Бля, ульта все равно не отходящий. Тут можно было помогать хоть с руки. Что там по клипу? О, го убьем вверху. Давай, давай. Давай дуэль, я подойду, ульдам. Давай, начинай. Ищи ее. Ну алло, блядь, она мимо тебя прошла. Блять, сука, бездарь, нахуй, дай дуэль, блядь. Подрывать чуть-чуть, да, напоследок. Спокойной ночи, братиш. Бля, вообще линку хочется взять еще. Я коптера ваншотаю. А не, я разрулил сейчас всю ситуацию. Ебать, там уже 200 урона, пацаны. Там уже 200 урона, поэтому... Ебать, тут 50 на 50. Будет ли у легионки? Да, 182 будет. Пацаны? А, так я и самого хуярю, изи, лол. У меня уже зарядов очень много. Бля, маны у кентавра мало. Не, он нормально, слышь, 14 пальцев. 14 пальцев это не шутка. Ай-яй, станом не попал, анлаки. Ебать, там Лего хуярит. Чё Лего так больно бьет? 230, как криты еще, та ты шо. 5000 золота есть. Я там что-то ульт дал. Видишь? Видишь, для чего мне космос?
есть, The Real, пацаны, это худший артефакт миллиона, он не нужен. То есть это была моя ошибка. Вот на меня сейчас прыгнул Урса, дал Супербашер. Была бы у меня Линкенсфера, я бы выжил. Потому что Супербашер бы ушел в нее. В итоге у меня есть бесполезный The Real, который я не могу нажать в башню. Просто основная ошибка людей, то что они покупают ненужные артефакты. То есть нахуя тебе бафать урон, если у тебя и так вон миллион? То есть это как, знаете, это как снайпер, у которого 1400 здоровья, и он бегает. Дейдалус, МКБ, бабочка, там какой-нибудь Мьёльнир. То есть он бегает, у него с руки урона 2 миллиона, но у него 1200 здоровья. К нему подходит Леон, дает ульт, и он умирает. То есть эта логика примерно такая же. То есть оставляешь ГОСТ, и все заебись. Никаких Эзериалов. То есть Эзериал делается... Да даже вообще не делается. То есть он нахуй не нужен. То есть можно делать уже, скажем так, когда уже вообще похуй. Когда уже вообще похуй, то есть уже... Ну, как в этой игре, например. Вот. Вот в этой игре можно сделать Эзериал, потому что здесь похуй. Но если бы игра была более-менее равная, и у нас не было мега-крипов, и реально было бы, у них бы стояла вся база, у нас бы стояла вся база, размены там и так далее, то я бы Эзериал ни в коем случае не сделал. Линкенсфера must have. Спасибо, Песос, за 1000 рублей. Не ожидал от тебя такого трека. Сори, что без клипа. Я просто сижу в ахуе. Ну, типа, уже стрим какой? 7-й час идет. Я не чекал клип. Не стал запариваться там. Я и так просто в альтабе сижу. Пол игры на донаты отвечаю. Я пол игры не играл. И решил уже не чекать клип на наличие непотребства. Просто без клипа послушали охуенный трек. За это тебе спасибо. Ну, чтобы не обижался, если что, без обид. Я все в ожидании, нахуй, таймлес релика, понимаю. Бля, иди нахуй, лежи мне в падлу, блядь. Что-то подбирать там. Бля, линки нету, сейчас опять сдохну из-за этого. Все, есть линка, я просто без линки очкую. Я встанет потом. На себя Эзериал. Купил Эзериал, чтобы себя его дать. Охуенно. О, линка пришла. Скажу, если бы это была ровная игра, мы бы ее тупо проебали уже. Из-за того, что я купил Эзериал. Просто вот такая мелочь, казалось бы. Просто купил Эзериал, проебали бы сейчас игру. Потому что мы бы сейчас две драки въебали. Я обе драки умирал. Я, то есть, даже в этой драке умирал бы. Я сейчас прыгнул, мне анлаки, я в стан в какой-то попал рандомный. Тупо дал дагер и сразу в стан прыгнул. Хорош, спасибо за игру. Ну, у Леги там урона миллион. Там больше 250. Ставку я уже давно рассчитал. Суждаю быдло, если что плохое сказал. Спасибо за игру. То есть, типа, вот. Я сейчас две драки проебывал из-за отсутствия линки. Первая драка снизу, вторая драка сейчас. Я прыгнул в стан и потом получил ульт бестмастера. Все. Была бы линка, типа, еще бы на прошлой драке игра бы закончилась. Вот, поэтому думайте, прежде чем артефакты покупать. Потому что очень часто бывает, играешь, против тебя какая-нибудь одна ЦМ-ка в команде, и игра ровная, потная, и тебе в чате советуют в донате БКБ купить. И ты просто сидишь, а против тебя играет какой-нибудь Урса с Супербашером, Джиггернаут, там, Медуза, и дай бог какой-нибудь там, я не знаю, я пытаюсь суппорта, Дазл. И против ИЦМ-ка. И те пишут БКБ. Просто БКБ. Просто, типа, много игр проигрываются из-за того, что люди просто не знают, какие артефакты нужны. То есть они увидели, что, ага, люди БКБ покупают, они просто не думают головой. То есть БКБ это тоже один из самых худших айтемов. Он зачастую вообще не нужен. Если против тебя, понятно, если против тебя три прокастера, там, какой-нибудь Леон, там, Раста, Базара Зиро. Но если против тебя их нету, то люди часто покупают БКБ, например. То есть непонятно зачем. Один из примеров, вот кто сегодня весь стрим здесь, помните, за меня сегодня Джаггер играл больной, с Сашей Яшей, когда я на Скорпионе играл, он купил БКБ. Против него, опять же, не те, ну не такие герои, что прям БКБ must have. Но он купил БКБ на Джаггере, третьим слотом. Вот.